добрым утром. Как и обещали в прошлом видео, открытие зимнего сезона 2018 года, 1 декабря. Снега не... Может быть, да, и такое, что открытие-закрытие совпадет. Земля уже мерзла, на улице минус 19. Дома нам не сидится. Продолжаем лазить по лесу. Вот. Холодно, конечно, уже. Сейчас пин только что замерз на первых сигналах. Выключаться отказался. Прибор пока держится. Надо будет их сразу потом в тепло не пихать, чтобы они чуть-чуть отошли. Чтобы внутри ничего не окислилось. Ладно. Вот такой прекрасный лес за моей спиной. По-своему прекрасен, по-своему сказочный, зимний. Все-таки зиму я люблю. Что она нам даст или не даст, сейчас посмотрим. Буду вам показывать периодически. Где мы идем, шли-шли и нашли какой-то пруд замерзший. Все это Люба у нас там изучает. Бутылки, да? Ну, естественно, сюда сваливаю. Если это, конечно, пруд, а не яма. Пруд. Ну да ладно. Первый вменяемый сигнал. Пробочный. И выпрыгнула. Опять у нас начинается время, что ж так темно. Сейчас. Вот такая пуговка с якорьком. Ребят, ну блин. На безрыбье, как говорится, и баба-яга в ступе. Вот. Лес классный, но ходить, конечно, проблематично. Очередные проделки грибников. Слушай, а вот ты его восстановишь. Да клинок-то можно ручку запихать, да. Пойдет. Хорошая, сталюк. Сталюка? Нержавейка. Да обычно не ржет. Здесь овраг идет. Мы здесь когда-то лазили. И яма. Но это не домовая, это еще какая-то. Хотя бог его знает. И вот там впереди урочище лесное. Мы хотим туда сейчас слазить, посмотреть фундаменты, как себя там чувствуют. Там был шурф один, когда мы сейчас там первый раз, по-моему, были. Вот. А? Так, ничего. Такая красота в зимнем лесу сейчас. Обалденно. И борщевики, как молодые деревья вон. Вот молодой деревце какой-то, а вот борщевики. Офигеть. Вот здесь где-то и была деревня. Попадаются ямы дымовые, ну похожие во всяком случае под снегом. Шурф там был один. Вот я еще с того раза его помню, он уже такой присыпанный. Но очень много, соответственно, сигналов. Это типа лесникового наката какого-то, ну, егерский, потому что там кормушка правее стояла, сейчас мы проходили, забыл снять. И типа дороги. Но в тот раз я вот, мы здесь когда ездили, я дорогу не помню. А вот там овраг, где елки. Сейчас покрутимся, посмотрим. Охотники бахнут. Вот мы нашли часть дороги старой, по картам четко совпадает, вот она. Самое смешное, что ну, находимся в лесу, да, в дебрях. Только что я выкинул, правда, его показывает. Кусок бенгальского огня, откуда он тут? Кто здесь ходил с бенгальскими огнями? Дед Без... Мороз. А? Дед Мороз ехал, что ли? Летел наверху. Вообще прикол. Лезем вот в ту сторону. Попалась пряжечка от конины, скорее всего. С
ледышкой внутри. Только что нашли ошейник с поводком. Я уж не стал включаться. Здесь рядышком еще один сигнальчик. И еще одна пряжечка. Сейчас покажу. Такая. Сегодня у нас день сопутки, походу. Так, друзья. Все. Выбрались из леса. Морозильник продолжается. Сначала с ума сошел пин. Выключаться отказался. Потом трактор начал с ума сходить. Балаболит на все. Фиг его знает, замерз, наверное. Не сдох бы. Ребят, на этом кланяемся. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что с нами гуляете по этой красоте. Всем пока!